Отношения между Россией и Турцией налаживаются. Благодаря снятию ограничений в торговле между двумя странами появилась возможность дальнейшего сотрудничества. Расширение горизонтов партнерства между Турецкой и Чувашской республик обсуждали на встрече генеральный консул Турции в Казани Турхан Дельмач и глава Чувашии Михаил Игнатьев. На встрече обсудили вопросы расширения внешнеторговых связей и перспективы сотрудничества в гуманитарной сфере. Михаил Игнатьев отметил, что в 2016 году внешнеторговый оборот между Турцией и Чувашией составил более 2 миллионов долларов США. В этом году наша задача увеличивать внешнеторговый товарооборот. И я настроен на то, чтобы создавать хорошую, комфортную среду для предпринимателей Турции. Какие идеи есть у предпринимателей, какие предложения есть, я буду помощником для того, чтобы вести от начала до конца, снимая все бюрократические проволочки. Чувашия планирует увеличить объемы за счет экспортных поставок химической продукции и электротехники. По словам генконсула Турции, Чувашия является одним из приоритетных регионов для партнерства. Мы рады быть в Чувашии. Нас объединяют годы сотрудничества, которые мы намерены планомерно развивать, отметил генеральный консул Турецкой республики в Казани господин Дильмач. Напомним, что в апреле этого года в МИДе России состоялась презентация Чувашской республики, которую также посетил чрезвычайный и полномочный посол Турции Хюсейн Дириос. Ирина Игнатьева, Татьяна Раевская, Сергей Адушкин. Республика.